Так на что договариваемся тогда? На что? На что, фотку зубов либо жим? А как я буду жать? На вебку? А что с зубами? Подрался пизды челик сюда, об мне зубы выбили. Ответка прилетка. Вот мой диагноз, смотри. Двусторонний наружный диффузный отит, отомикоз, стрепотдермия ушной раковины. Хронический катаракта, фарнингат, хронический транзит, компенсированная форма. Да, острый отит инфекционно. Вот это, сука, уши. Мне вообще запретили наушники одевать. А как мне без наушников общаться с вами, блин? Никак. Уже прям чувствуете, да? Сейчас вот как раз пойдут. Кентавром тоже начну, наверное, уже на днях заниматься прям плотненько. Я просто так подумал, если мне наушники нельзя одевать, пока уши лечу, то я могу стрим включать без наушников, ну, так сказать, камеру включать, там, допустим, как Акентавр. Ваши уши активируют наушники. Люди Майнкрафт за 5 минут проходили, а тут 2 часа за алмаз. Сейчас специально будет тупить, чтобы увеличить время. Тебе мало 5 рекламных ссылок в описании. Чмо. Куколд. Твой тотемчик стоит 100 рублей, а крипер 650. Где баланс? Так правильно. Все по чесноку должно быть. Бес, у тебя отит или что? И поставь крест, чтобы когда найдешь алмазник, надвести, а не просто добыть. Ой, пи***ц, короче. Пососи мой отит, гнида. А почему помощи нету там, допустим, набор какой-то начальный? Нахуй кидайся, говно. Блять, почему в паутине не бьет, а оно, сука, бьет меня из паутины? Ёбче это, блять. Пизда, блять, я не понимаю. Типа, иди нахуй. Твоя мать отитная девочка? Говно теперь мне прислала клипов. Ну и чё, стоять там будешь, ебать? Твари. Да почему я тебя бить-то не могу, хуйня? Блять. Просто пиздец, иди нахуй. Все. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первый квест операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Сюда. Людочка, если хочешь, можешь помочь стримеру, так сказать, подкинуть на развитие, что называется, там взять там набор какой-то этот, ну, этого самого. Тихо. А я кое-что. Активист активирует шахтерский комплект за 200 рублей. Спасибо. Ну что, старый, занял мой бивис твою дырочку. Ничего страшного. Ладно, так уж и быть, держи наборчик. Достойный 12-летнего копателя в дошкольной игре. А, ну давай. А, ну давай. Ну давай. Зипфайл. Олька сила. Люда могила. Паутину нас заебало. Как убивать паутину? Объясните мне. Нам не убирается ничем. Объясните, я не пойму.
факелом каким? Меч возьми. А, во. Маслот, я активирую твой мобы за 100 рублей. Сука, это паутина уебища, надо убрать ее вообще. А, он сейчас меня будет бить, а я его не буду бить. Ага. 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 Понятно, новую делаем опять. Просто кончу. Дебил, сука. Надо убрать паутину, нахуй она нужна. Ну реально, я сейчас уберу ее хаос мода. Она тупо не нужна, она мешает мне. Ух, как мы с ней, блин, надо. Маслоки активирует ловушка из паутины за 250 рублей. Все, я бить не могу. Все, все, я не могу ничего делать, все. Понятно. Ох, негодяй, этот донатер. Не дает бедному дедушке пройти хаос-мод. Хи-хи-хи, ах уж этот донатер. Прямо подонок какой-то, мешает и мешает. Ничи-ничи, сейчас дедушка точно пройдет. Ах, опять ловушка, беда. Так что не так, что ли, клоун? Маслоки активирует случайные мобы за 100 рублей. Пизданули, суки. Привет, я подсяду. Ну давай, а, Зигхайль. Да пошел ты! Двинись, передай, пожалуйста, привет Рамзану Ахматовичу. Я, кстати, сейчас прокатился на москвиче. А нет, это просто клапанок придавило. Отходил жижануть. Рамзан Кадиров активирует случайные мобы за 100 рублей. Блять. Да пошел ты нахуй! За 150 рублей меня так ебут! Выход Амперсант, чрезвычайное происшествие, собака, аварийный выход. Так, Амперсант, чрезвычайное происшествие, собака, аварийный выход. 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 Амперсант, чрезвычайное происшествие. Случайные мобы за 100 рублей. Да. Лоскобрюха и скумбрия активирует случайные мобы за 100 рублей. Лоскобрюха и скумбрия. Да. Вернистер активирует последний дебаф за 250 рублей. Чё это было? Откуда Яша? Налови самарский рецидив, нюхай мою бульбу, заткнись. Я понял, с вами не получится, да, по-честному поиграть сегодня? Активирует случайные мобы за 100 рублей. Боже, как я сейчас, сука, возьму и повышу донат, потому что это пи***ц, это бесконечное движение в никуда. Можно еще такой баф на зрение? Я уже просто почти в цели. Девиз активирует ловушка из паутины за 250 рублей. Скамит завлов на неспавнящихся мобов в прямом эфире. Фу, блядь, это как, банчик, шо, дружище. Я не знаю, что делать, пукал блядь. Тебе под носяру дорогой. Я не знаю, еще и донат поднять хочет. А, заткнись. А, заткнись. Заткнись. Извинись. Извинись. Я не знаю, что делать. Тут нереально просто. Ну нереально. Нет шанса выиграть эту игру. По-честному. Почему нельзя просто помочь стримеру?
Почему никто шахтерский набор не подарит, допустим? Почему? Объясните, пожалуйста. Почему, Лолка, почему ты? Батя активирует тотем бессмертия за 100 рублей. Да тотем бессмертия. Патрик активирует шахтерский баф за 100 рублей. Неплохо, но у меня нет кирки. Держи, дядя. Спасибо. Спасибо, но кирки нет. Она у меня сломана. Уборщик Путина активирует случайные мобы за 100 рублей. Да пройди ты нормально, лядь. Случайных мобов активировал, а их как обычно нет. Уборщик Путина сейчас будет ругаться, что типа я виноват, на самом деле не виноват, потому что они появились где-то далеко. Ну дайте кирку, пожалуйста, а! Ребята, ну дайте один баф на кирку, пожалуйста. Ну дай. Те. Батуа, братишка, ну мы же друзья. Чё ты куксишь? Ну дай мне кирку и всё. Ну дай. И всё. Монтировка активирует пощейна за 250 рублей. Ну что ж такое, всё мешают, никто не помогает, ай-яй. Ну помогите же вы, дедушки-подонки. Да кирку вы же видите, как ему тяжело по этой дороге из донатиков. Хы-хы-хы, быстренько все скинулись на бафы и кирки. На тебе в морду. Тихо, активирует случайные мобы за 100 рублей. Спасибо. Я занят. Лена, давай не вмешивайся. В разговоры взрослых людей. Кирку зажали, да? Кирку зажали, да? Спасибо, я запомню это навсегда. Буду пердеть. Батя активирует шахтерский комплект за 200 рублей. О, вовремя, братишка, вовремя, Пожилая чечевица активирует шахтерский дебаф за 250 рублей. Эрнанус активирует включить ночь за 250 рублей. На, возьми, падла. Сука, золотая кирка. Ну рандомно, то алмазная, то золотая, то железная. Матфан Клеичей активирует случайные мобы за 100 рублей. Как в школе. Лил. Ловушка из паутины за 250 рублей. Сука, я думал, когда один кубик, невозможно других на него переместить, кроме меня. Я просто был там, где я должен был быть. Я умер. Ребята, можно шахтерский набор еще раз? Пожалуйста. Вон, убей, Ернистер активирует мадмитер за 666 рублей. Ну, сука, залил дырку огнем. Что, она сейчас сама низ будет? Монтировка активирует ядерный крипер за 600 рублей. Лови криплох. Марафон Самара Карс и мучения прекращаются. Он мне дырку заварил. Блять, я же тут заштопался. О боже, пацаны, быстрее, дайте кирку. Ребята, дайте кирку, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, кирку. Там Яша идет. Яша идет. Дайте, пожалуйста, кильку. Уборщик Путина активирует дождь из лодок за 350 рублей. О, мне дали набор. Спасибо, братья.
Тёмин потеет. Все-таки победой пахнет. О, каменные веки. Бивист активирует создать яму-ловушку. 750 рублей. Шахтерский набор, Ерку. Прости, не расслышал. У меня тит. Ну, держи хоть что-то. Фиксируется нападение Яшки. Самарский зажим Яшкой. Ага. Ебать, алмаз. Нашел что-то, пацаны. Я нашел замок какой-то. Я нашел замок и там алмазы. Артем граф пидор. Эй, гусера, иди сюда, пиздец дам. Золотая жила перед ногами моими. Что это такое? Бля, какие-то фонари. Пацаны, что это такое? Это что такое? Я просто ухожу отсюда, тут ни смысла нет, тут слишком неправильно высота. Алмазы где-то тут рядом были, помнишь? Блин. Буэнос. Марселоти активирует ловушка из паутины за 250 рублей. Конченый лох, петух, лошара. Эй, ты, педрер. Говно нюхать, говно сосать, лежать и плакать, плюс говна понюхать. Говно ты не человек, вот такой писюна, ха-ха. Я не понимаю. У тебя осталось 10 минут. Сдавайся и запускай марафон по Самаракар. Победители ждут. Зеленский активирует шахтерский комплект за 200 рублей. Ой, ай, а часики-то тикают. И что же это получается? Мы будем смотреть, как слабые ручки Дениса дрожат, толкая женский вес. Трич, готовь фотокамеру, сейчас будет зрелище. Гойда, Гойда, да я. Сука, 7 минут осталось, да все походу пизда. Я больше не буду в это играть. Спасибо. Ольга сказала память. Я думаю, главное, помнишь, запомнить этот позор и послушать песню для лучшей девушки на модерации Ольги. Меня шиперить. В чем? Да все, я проиграл, че? Стрим по Самаракар 24/7 принято 150. Да, валить, 150 тысяч всего лишь. Все. Да, читается. Даже больше.
чё? Ну чё? Изи, бля. И чё? Чё, 7 раз было, ничего, да? А ничего, что 7 раз было, а мы на 5 договорились. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Или сколько, а может больше было, я не считал. Но больше 5 было точно. Вот. Эти маленькие по 5, а большие по 20. Whatever you want.